говорит, это один из первых продуктов для профилактики и оздоровления при сахарном диабете, разработанный компанией Hyvon Biotech больше 7 лет назад. После 30 лет каждый человек уже подвержен сахарному диабету. К сожалению, он очень сильно помолодел, и он приходит очень незаметно. Потому что мы меньше стали бегать, у нас вся работа стала сидячая, активный образ жизни ушел куда-то, поэтому нужно вот как раз-таки помогать организму на ранней стадии. Сахарный диабет, в своем понимании, это защитная реакция организма на хроническое отравление энергии. То есть большое поглощение глюкозы, оно скапливается, или его становится так много, что организм просто не знает, что с этим делать, как это выводить и куда это, в принципе, девать. На сегодняшний день группа риска, которые могут заболеть сахарным диабетом, это лица, имеющих близких родственников с сахарным диабетом, там, женщины, которые рожали чрезмерно большие плоды, то есть очень большие дети рождаются, и женщины, у которых был гестациональный диабет, то есть диабет, который появился во время беременности и исчез после родов. И также, конечно, ожирение, избыточная масса тела. Если посмотреть на кривую появления сахарного диабета и ожирения, то они, в принципе, идут вместе. То есть сахарный диабет, это чаще всего, это просто ожирение. Фукаэйд – это напиток, который помогает как раз-таки отвратить сильное, быстрое усвоение сахара. Это первое. Как говорится, что фукаэйдан в данном продукте подавляет так называемую альфа-глицкизиаду. Это вещество, которое применяется в лекарственных препаратах для того, чтобы замедлить скорость всасывания сложных углеводов, в том числе сахара и крахмала. Точно так же фукаэйдан, согласно последним исследованиям, блокирует действие ферментов, которые альфа-амилазу, который, в свою очередь, точно так же уменьшает скорость поглощения углеводов и крахмала, и крахмал полностью не усваивается в нашем организме. Фукаэйдан – это выдержка из бурой водоросли, которая выделяется из водорослей, это самостоятельное вещество. И вот применение такого продукта может очень хорошо скорректировать скорость поглощения. Также, конечно, согласно последним исследованиям, фукаэйдан воздействует на сам гормон, на саму секрецию гормона, который выделяет инсулин, то есть мы можем в том числе воздействовать и на гормональную систему, и в том числе, как мы всегда говорим, отправить или активировать действие того инсулина, который вырабатывает наша гормональная система. То есть это такое тройное действие, это на сам гормон, это на то, что он продуцирует, и то, как то, что мы едим, будет усваиваться в нашем организме. Очень много лекарственных препаратов противодиабетического характера, но, как показывает практика, у них очень много побочных действий. Фукаэйдан на сегодняшний день показал себя как без побочных действий такой препарат. Конечно, есть какие-то побочные действия, но очень такие незначительные для организма. Витамин С в данном продукте показан для того, чтобы восполнить дефицит витамина С в организме, потому что, согласно полученным данным, у больных с сахарным диабетом аскорбиновая кислота снижает скорость течения окислительных процессов в хрусталике глаза и развивается катаракта. То есть витамин С в данном продукте как раз-таки предотвращает вот это появление катаракты. Одного из факторов появления глазных заболеваний – это диабетическая ретинопатия, это развитие вот этой именно катаракты, которую вот если человеку ставят катаракту, то в первую очередь отправляют на то, чтобы проверили сахар в крови, если у человека сахарный диабет. И вот витамин С предотвращает вот это заболевание, и в том числе, как мы с вами говорим, снижает окислительный стресс в организме. Груша в данном напитке, согласно исследованию тысячи людей с риском развития сахарного диабета, обнаружили, что продукт богат антоцианами, то есть это груша и яблоко, в том числе снижают риск развития сахарного диабета второго типа. То есть груша в данном продукте, в том числе и для профилактики, и уже при терапии применяется для того, чтобы не было таких побочных действий сахарного диабета на наш организм. Также группа витаминов В, которые есть в этом продукте, В12 способствует снижению уровня холестерина в крови, В2 способствует кроветворению. Точно так же он поддерживает нормализацию функций нервной, пищеварительной системы, сердечной системы, желудочно-кишечного тракта, активизирует
детоксикационную функцию печени, то есть это уже когда у нас идет заболевание печени при сахарном диабете. Точно так же витамин В6 улучшает липидный обмен при атеросклерозе, углеводный обмен улучшает при сахарном диабете. То есть это те компоненты, добавленные в УКАЭД, для того, чтобы полностью комплексно воздействовать на этот сахарный диабет, на наш организм и предотвращать вот эти негативные последствия, которые приводят сахарный диабет. Стевия в данном продукте, она идет антидиабетический такой, антистрессососудистый, то есть чтобы не было сосудов стресс, потому что если очень высокий сахар и резко скачет, то у человека происходит инфаркт или инсульт. Вот как раз таки стевия в том числе помогает предотвратить вот это негативное действие. Результат метаанализа, вот мы знаем, что метаанализ — это объединение нескольких исследований, то есть когда мы смотрим какие-то исследования, мы объединяем несколько лабораторных, клинических исследований, и он согласно метаанализу подтверждает гипотезу о том, что стевия оказывает антигликемическое действие, снижает уровень глюкозы в крови. То есть видите, вот продукт настолько комплексно подобран, настолько правильно компоненты подобраны, чтобы, как мы всегда говорим, сахарный диабет — это не хроническое заболевание, как все пытаются нам это донести. Это заболевание, которое можно контролировать, можно снизить уровень потребления вот этого инсулина, когда колят его, потом потихоньку-потихоньку уйти от полностью зависимости от инсулина и уже просто поддерживать эту терапию. Но, конечно же, одновременно нужно заниматься активно спортом. Не только просто обычной ходьбой, но иногда и быстрой ходьбой для того, чтобы мышцы начали работать. Точно так же это должна быть мозговая активная деятельность. Нельзя просто применять один продукт и думать, что все это сработает. Вся эта энергия, как мы уже вначале сказали, отравление энергии, ее некуда девать. Это точно так же, как мы в печку будем закидывать очень большое количество дров, угля, и просто все это куда дальше полезет, если не успевает сгорать. Точно так же слива в данном продукте помогает, ну, как такое противобиотическое вещество, которое питает бактерии нашего кишечника. Все мы знаем, что у нас есть хорошие, плохие бактерии. Вот как раз-таки слива питает хорошие бактерии в нашем организме, которые в том числе помогают предотвращать сахарный диабет. Если этот человек ставит только сахарный диабет, он от страха начинает вот все вот это принимать, вроде бы сидит там на спорте, меньше там каких-то вещей кушает. Потом, когда потихоньку психологически человек уже привык к своей болезни, уже адаптировался, он как будто бы начинает расслабляться. И начинается вот это съем, ничего я съел, вот это съем, там начинается поглощение каких-то печенье, конфет, которого этот первый месяц не ел. Потом начинается опять, вот я хочу вот это поесть. То есть здесь нужно четко понимать, когда человек начинает принимать вот такой продукт, который, конечно, стоит недешево. Но сейчас дело не о цене, а дело о том, что если взять на себя ответственность и применять данный продукт 6-9 месяцев, то потом в течение дальнейшей жизни все-таки каждый человек хочет, ну, прожить долгую, такую счастливую жизнь, увидеть там внуков, детей, полноценно родить, быть сам, самому полноценным человеком. То есть человек должен взять на себя вот эту ответственность. Могут и ногу отрезать, да, допустим. Точно так же садится зрение. Точно так же может произойти инфаркт или инсульт. Это же все такое вот семейное, потом целая семейная трагедия, которую можно, в принципе, предотвратить, если взять на себя вот эту ответственность. Продукт, который применяется один раз в день, пакетик 20 мл разводится в стакане воды, 200 мл, принимается натощак за 10 минут до еды, и там, ну, может быть, есть какая-то индивидуальная непереносимость компонентов, то, конечно, не рекомендуется принимать данный продукт. То, что фукайдан — это в будущем один из перспективнейших компонентов для лечения, для профилактики сахарного диабета и на ранней стадии, и уже когда, допустим, какая-то поздняя стадия.